Ребяточки, всем доброе утро! Доброе утро! Мы сейчас собираемся идти на экскурсию в Монсеррат в пещеры. Вообще мы не планировали эту экскурсию, но нам утром позвонили родители Ванина, говорят, поедете с нами? А мы лежим спим. Мы, конечно, рано утром решили встать. Было... Сколько было? Уже 11 часов. Угу. Ключи, телефон, кошелек, все взял? Все. Вот, так что мы быстро за час собрались. Правда, мы не позавтракали, но Ваня бананы тащит, а я не допила кофе. Поэтому Ваня мне перелил в стаканчик, говорит, будешь ехать и пить. Не зря, я, видишь, купил стаканчик, я тебе говорил, классная штука. У нас есть термостаканчики, но потом с этим стаканчиком... Таскаться. Таскаться, да. Ну, в принципе, сумку можно было бы поставить. Он потом начинает вонять. Надо его просто мыть. Ну да, не забыть. Я в машине бывало оставлял его на денек, на два, и он потом там запахи всякие. Издавал, да? У нас так как-то непонятно, у нас на улице прохладно, не прохладно, жарко. Но дома мы было жарко. Ну да, дома мы бегали, как угорелые. Так мы еще раньше к этому приехали. Да, а Ваня говорит, ну мы не знаем, мы, если вы приедете, нас нету, то подождите. А мы быстрее. Вдоль 10 минут, мне кажется. 10 минут еще прошло. Думаешь? Нет, 5. 5, ну еще 5 минут. Ребят, мы приехали, но приехали с трудом. Немножко... Мы немножко заблудились, немножко не туда приехали. И, скорее всего, мы уже все, не успели на экскурсию, потому что она по времени проводится. Вот. Но мы решили все-таки найти, где эта экскурсия начинается, чтобы в следующий раз, когда поедем, чтобы успеть... Вот. Я возле какого-то стенда стою с правилами. Слышите? Звук. Вообще здесь очень красиво. Природа такая красота. Смотрите, какой... Котик! Котик! Смотрите, какой красивый. Правда, он такой, дядя Вова говорит, спортивный, но он худенький такой. И ручной, кстати. Его можно погладить. Котик! Котик! И убежал. Ребятки, мы уже дома. Сейчас будем на балконе завтракать. Ну да, завтракать. Да, я сказала, что мы опоздали. Мы, скорее всего, вечером, да, поедем. 100%. Вот. И я пока мыла волосы, потому что надо все быстро сделать, потому что уже скоро будем уезжать опять. Вот, надо еще сейчас быстро поубираться дома. Короче, дело сегодня море. Вот. И Ваня сейчас разогрел вчерашний шашлык. А мы на гриле Ваня разогрел. Вот мы сейчас будем кушать. А я уже сижу на балконе, смотрю за вот этой вот красавицей. Видите, она села, чтобы сбежать. Вот, и я слежу за ней, чтобы она у нас не убежала никуда. Кстати, мы сегодня еще вечером, ты говорила, что едем встречать? Да, нет, не говорила. Нет, сегодня вечером. Мы едем встречать Катину. Тетю, с двоюродной сестрой. Ну да, папина родная сестра, она мне тетя. А, нет, я имела в виду Алину. Ну, тетю и Алину. Алинка-то двоюродная сестра мне. И плюс мой еще племянник. Ну, видно, уже все знакомы. Угу. Где какая у нас красота? Ничего, у нас морковка есть. Я корейская. Кетчуп забыл. И хлебушек. Хлебушек у нас есть? Да. Да? Да, он там, где доски для хлеба у нас лежат. Я туда в пакетике завернула хлеб. Да, ладно, ребятки, мы будем кушать вот так вот вкусно, красиво. Всем приятного аппетита. Ну что, у нас прошла экспресс-уборка. Вот, короче, сейчас Катя стирает. Вручную все перестирала. Такая молодец. 7 кило вещей, так раз-раз и все. Видите пакеты? Короче, вот видите, это не мусор. Это Катя перебрала свой шифонер, это все... Пойдет на помощь людям. Да? И шарик такой торчит. Ну, вот это вот мусор,
Не, один пакет мусорный, вот этот, из-под корма пуминого. Кстати, надо заказать корм, а то оно у нас голодное останется. Да ладно, ничего, поголодает. Недельки две, три. Шучу. Вот эту жирную кошку нельзя оставлять голодной. Она же у нас съест ночью, пока мы будем спать. Да, так она сделает. Пожрать. Я уже вижу, как тебе скриншот сделали, когда ты так сделала. Так, надо, наверное, кондишн включать. Да, включай. То мы пока убирались, жарко так стало. На улице, в принципе, не так и жарко, но просто убираться лучше с кондиционером. Вот, сейчас мы убираемся, и уже через час нам выезжать. Ну, как бы родители же заедут сюда. Ну да. Они кофеек попить заедут или нет? Мы сразу едем, они нас на улицу ждать будут. На улицу будут ждать. Да, мы сейчас повезем вещи. Да. Вещи сейчас повезем. Ну все, увидимся позже. Позже, да, сейчас я все выпишу. Все, так, камера, фокус. Где фокус? Он вроде сфокусировался. Вот, за нами уже приехали, так что... Мы так и не отвезли вещи, мы вечером отвезем. У нас Пума, да, ты что сделала? Тоже, сейчас я покажу, что Пума сделала. Вот что Пума сделала. Вот, Ваня уже отремонтировала. Засранка. Где она, кстати? Только она запрыгнула, я даже не увидел. Там уже это растение. Ну, там мушка летала, и она за этой мушкой. А где сама Пума? Так, Зоя, где она? Тут ее нету? Приехали, и нам сейчас только подниматься, смотрите. О, не хочу подниматься, можно как-нибудь по-другому туда дойти? Можно, как? Можно не идти. Можно не идти? Да, можно здесь подождать, угу. И все вернутся. Фух, мы поднялись наверх. Господи, какая красота. Зай, ты куда? Куда ты? Посидеть? А билеты покупать? Так, мы уже поднялись. Заходим внутрь. Ух ты. Так, мы зашли в пещеру. Как тут круто. Да? А? Страшно, говорю, здесь круто. Ну чуть-чуть. Ух ты, смотри, как там красиво. Тут где-то летучие мыши должны спать. Прикольненько. Но здесь сухо, да? Нету здесь влажности внутри. Ой. Сейчас у меня камера что-то заглючила. Будем по супер спуску спускаться. Тут влезет буквально один человек. Дьявольский спуск, да? Да, он его так назвал. Тут все, блин, ничего не видно. Все в камне. Свет. Да. А. Туда. Вот туда мы спускаемся, в самый низ. Обалдеть. Ух ты, обалдеть. Смотрите, какая здесь пещера. Узенькая и сужается кверху. Вверху все узко, вообще ничего не видно. О. Тут уже влажно. Обалдеть. Так, опять лестница. Осторожно. Ну, это una pena. Familia y zonas de esta cueva. También era la única cueva turística. Estaba dentro de Montserrat, justamente en el camino de la Santa Cueva, muy transitado. Мы спускаемся еще ниже. Кошмар. Посмотрите, это слон. Как бы все видят, кто-то видит попу слона, кто-то видит, ну как бы морду слона. Ага. Прикольно. Видно? Да. Смотрите, вот это вот натуральная копия, блин, он не светит туда, Девы Марии, которая в Монсеррате находится, а это натуральная, то есть и как бы природа сделана.
Вообще прикольно. И гид говорит, вы представляете, что представили монахи, когда увидели это внутри горы? Все, мы уже дошли до самого конца, смотрите. И сейчас уже все будут возвращаться и идти обратно. Ох, все, ребят, вышли мы с пещеры. Нет, здесь так классный. Круто. Смотрите, хоть засниму, а то все снимает спереди. Как, тебе понравилось? Да, понравилось. Там так прохладно. Ну, там 14-13 градусов было. В куртке было самое то. Все спотели, всем было жарко. Мне очень жарко. Было не жарко, не знаю почему. Так, главное не я упасть. Я голодная. Поэтому тебе было не жарко, да? Да. Нет, смотрите, вид классный. Как конечно, по той дороге? Нам столько легенд рассказали. По вон той дороге мы сейчас будем ехать домой. Да? А вон той, ну вон там вот. Не так тильно. Вот так вот мы спускаемся. Катя устала. Нет, Ваня сказала, что я цеплялась. Я не устала. Я спортом занимаюсь. Ваня, тренажерный зал. Круче. Теперь задним ходом. Нет. Не, вы убьетесь. Вы убьетесь так. Смотри, какая она грязная. Это же запись? Да. Что-то я вспотел. Что, жарко? Теперь что, по шашлычку? После тренировочки такой, зай. Ну да. Все, мы загрузили весь багажник одеждой. И сейчас повезем ее в ящик. По-моему, он зеленого цвета. Вот. Ваня пытается закрыть багажник. Что там заклинила штучка какая-то. Смотрите, сколько у нас пакетов. Ну что, давай, отправляй. Ну ты молодец какая, давай еще. Ты покажи, как эта штука называется. Роба Амиго называется. Одежда дружеская, подруга. Ну, типа, да, дружеская одежда. Да. Так. Катя даже сумку отправляет. Да, да, все. И последний. И потом это все перебирается, сдается в химчистку. Ай, сумка. И последняя. Сдается малоимущим Испании. Все? Все. Катя выполнила свою миссию. А, это точно. Все. Ваня машину оставил на... Сейчас приду, мигалка. Ну тут мест нету. Негде там стоять. Не, можно было припарковаться, но мы же быстро, мы же на 2 да. секунды и обратно. Все, никому не мешаем. Домой. Держи камеру. Давай. Поехали домой. Мы уже дома заехали в супермаркет, пока Ваня там у нас, короче, в багажнике штучка сломалась. Ваня ремонтировал, а этим временем... Нет, ничего не сломалось. Ну уже все хорошо. Заклинило. А, купила 3 багета. И что еще купила новенького? Короче, у нас в Меркадоне появился новый сыр, который мазать. Вот у нас сырный крем, такой вот нежный. И сырный мусс с чесноком и травкой. Травами. Да. Травкой. Травами. Травкой всякой. Там укроп и все такое. Вот. Короче, веселый сырок. Да, потом взяла авокадо 2 штуки. Да, мой любимый хамон дульсе. И о, взяла ветчина, да. И... О, ты салями взяла. Зачем сальчичон. Ты салчичон взяла? Блин, я не то взяла. Ладно, будем есть кушать это. Ничего страшного. Мы его в прошлый раз отвезли, сальчичон. Да? А как называется то, что мы берем? Салями? Салями. Блин. Пусяня, что такое? Это видишь, фиолетовый, он такой розовый цвет. В упаковке? Угу. Mm.
Ку-ку, ребятки, мы уже в аэропорту, встречаем мою тетю и двоюродную сестру, они ездили в Италию к другой моей двоюродной сестре, у них погостевали и теперь возвращаются к нам сюда в Испанию, так что мы стоим вот, ждем, когда они выйдут. Кстати, ты видел, какую рекламу купила Пача и Опиум? Они здесь постоянно рекламируют. Да? Я не замечала, что здесь постоянно была реклама. Ну да. Все, ребята, мы уже дома, собираемся ложиться спать, точнее монтировать влог. Так что всем спокойной ночи. Время 2:21. Отлично. Все, всем пока-пока. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.